Терамобил. Нефтекамск. Янаульская, 1А. Телефон 236-88. Прокуратура города Нефтекамск утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего заместителя директора по оборудованию предельно-текстильной фабрики «Искош» 58-летнего Алексея Семенова. Он обвиняется в нарушении требований охраны труда, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Как полагает следствие, Семенов при разработке перечня опасных высоких работ не включил в него здание, выполняемое на техническом этаже. В результате для прохода в указанную опасную зону рабочим не выдавали специальный допуск и индивидуальные средства защиты. В феврале текущего года 58-летний слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции, находившийся на техническом этаже без страховочного троса и каски, упал с высоты 5 метров. С черепно-мозговыми травмами и множеством переломов он был госпитализирован в больницу. По заключению экспертов, пострадавшему причинен тяжкий вред здоровью. Обвиняемый частично признал свою вину в совершении преступления и в ходе расследования уголовного дела уволился из компании. Сейчас дело направлено в Нефтекамский городской суд, который рассмотрит его по существу.